По традиции, ежегодная научно-практическая конференция естественно-научные исследования в Симбирском Ульяновском крае стала площадкой для подведения итогов конкурса «Находка года». Его участники представили новые виды растений и животных, зарегистрированные на территории региона в полевом сезоне 2020 года. Так, в антропогенных экологических системах Пензенской области впервые на территории Поволжья найдена популяция американского таракана. Живого представителя популяции можно было увидеть на мини-выставке. Его длина тела достигает более 5 см. Как отметили ученые, приживаясь в подвалах домов и вдоль теплотрасс, они могут предпринять дальнейшее расширение ареала. В пробе воды, взятой в прибрежной зоне Свияги, возле торгового центра «Аквамол», была обнаружена хищная инфузория «Лебединая слеза», названная так из-за необычной формы тела. Это небольшая инфузория, она составляет всего-навсего 0,1 миллиметра, и то с ее длинной шеей, поэтому она практически незаметна невооруженным глазом. И надо признаться, это очень редкий вид, потому что на следующий день, когда мы уже вооружились, собственно говоря, и камерами, и телефонами, попытались этот вид заснять самостоятельно, и сделав более 20 проб, мы ее, к сожалению, больше не нашли. Как утверждают ученые, инфузории – очень перспективная группа для исследований. По его словам, в водоемах Ульяновской области должно быть не меньше 300 видов инфузорий, тогда как на сегодня обнаружены всего 96 видов. Из десятка новых для региона видов бабочек выделяется роскошная моль циглера. Она была найдена студентами педагогического университета на территории Чувашии, Ульяновской и Пензенской области. Эта находка дополняет список данного рода почти полностью. Осталось еще найти один вид – «Ксмоптерикс медиела». И тогда список рода «Ксмоптерикс» для Ульяновской области будет полным. Но данный вид – он вредитель хмеля обыкновенного, но повреждения не глобальные, поэтому не очень страшно. Елизавета Якименко, студентка второго курса естественно-географического факультета УГПУ, представила еще два вида молей – моль-пестрянку и крошку-моль. В Ульяновске вообще молей-пестрянок рода «Иктоидемия» получается 16 штук с моей находкой, до этого было 15. Они, да, являются вредителями и вредитель зеленых насаждений. Вот моя именно моль – это вредитель белого тополя, но она наносит не сильные повреждения дереву. Порадовали своими находками и орнитологи. Здесь вы можете увидеть одну из самых крупных крачек – чиграва, которая была встречена в июле 2020 года в ходе сплава по Самарской Луке в рамках проекта «Волга в Ульяновской области». И вот как раз с Михаилом Владимировичем Кареповым и Ириной Павловной Орюлиной была встречена эта крачка среди скопления других крупных околоводных птиц. Ульяновский фотограф Евгений Сафронов, постоянный поставщик находок, на этот раз поймал в свой объектив птицу каравайку. Фотограф обнаружил ее на прудах в Больших Ключищах. Это первое достоверное свидетельство этого вида на территории Ульяновской области. А в мае этого года на железнодорожной насыпи на подходах к Императорскому мосту города Ульяновском расцвел мак сомнительный, ранее незамеченный на территории России, кроме Крыма. Данный вид, как правило, произрастает в Европе, Азии, а также в Белоруссии, Украине, Прибалтике. Всех участников конкурса отметили памятными подарками. Им вручили сертификаты и книги. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ул Правда ТВ.